Перинатальный центр в Якутске введут в эксплуатацию весной 2017 года. Об этом стало известно 10 сентября во время осмотра премьер-министром республики Галиной Данчиковой строительной площадки. В настоящее время завершены монтаж монолитного каркаса здания и работы по устройству наружных стен. Сейчас строители утепляют фасад, устанавливают окна и подключают отопление. Галина Данчикова осмотрела помещение центра, отметила удобную планировку медицинских кабинетов и палат. В перинатальном центре разместят стационарно 130 коек, отделение реанимации и интенсивной терапии. Новейшее оборудование позволит выхаживать детей, родившихся с весом 500 граммов.